Всем привет! Я недавно уже буквально-таки записывал видео про Shiba Inu. И скажу вам, что рассматривать эту криптовалюту в качестве долгосрочной перспективы, наверное, не совсем разумное занятие. Знаете почему? Потому что, скорее всего, уже даже через полгода ее может и не быть. По сути, это чем я могу охарактеризовать? Почему у меня такие слова, чем их можно доказать? Доказать можно тем, что мы не знаем, кто является, во-первых, собственником этой криптовалюты, во-вторых, она просто мемная, и ценности как таковой для общества, для какого-то развития или использования не имеет. Ее вкладывают, по сути, просто для того, чтобы заработать денег. У нее растет капитализация, да, ее рост составил буквально с сентября. Буквально прошел целый месяц. Рост составил больше, чем в 5 раз. На ней можно заработать, однозначно можно. Что я, собственно, и сделал. Я ее приобрел, по-моему, по 450, по 4500, на сумму 847 тысяч токенов. И продам ее на 5200, потому что я вижу, что пробьет график. Будет пробой, это 100%, но рассматривать дальше, может быть, и, собственно, самое громкое падение. Вот, на другом графике можно это прекрасно и наблюдать. Прекрасно можно и наблюдать. Я не могу сказать точно, что будет. Все такие говорят, что она будет стоить 1 цент. Ну, то есть вы представьте, 1 цент – это увеличение на более чем 2 нуля. А именно, больше чем в 100 раз увеличить стоимость, чем она имеет в данный момент времени. Даже больше, чем в 100 раз. 4 десятитысячных, 4 тысячных стоимости доллара – она увеличится в 2,5 раза. А если возьмем 1 тысячную, то она увеличится, получается, в 250 раз. То есть это увеличение за грани какой-то фантастики. Тот же самый Dogecoin, конечно, он начинал буквально с нулей. И сейчас мы видим и рассматриваем сейчас Шибу как просто мыльный пузырь, от которого могут отказаться в часе. Капитализация, конечно, у него растет, но если люди начнут активно продавать, потому что вы видите, да, какая прямая практически идет у Шибы, то это ничем хорошим для держателей, для холдеров тех самых не будет. Люди просто-напросто потеряют свои деньги. Может быть и такой результат, что она вернется на пути своя. То есть вот ее средняя. Вот ее средняя за долгий промежуток времени. Если она вернется к этому моменту, по сути, это будет самый, что ни на есть, большой провал. Вы практически потеряете все. И Шибу Ину рассматривать на долгосрочной перспективе можно, но при условии, если вы будете задействовать чрезвычайно малый баланс. Ну, то есть, как у меня, например, 44-50 долларов. Ну, то есть, те деньги, которые вы не... которые вам не страшно будет терять. Миллионы вкладывать сюда, естественно, это неразумно. Если, конечно, вы не отчаянный человек. Поэтому все, конечно же, в ваших руках. Принимать решение абсолютно вам. Но Shiba Inu, по моим подсчетам, может стоить в реальности. Это максимум 1 цент. Максимум. Но вероятность этого чрезвычайно мала. Пока.